Заплати долги и спи спокойно. Сегодня в Волжском, в одном из крупных торговых центров, судебные приставы провели акцию, которая еще раз напомнила жителям о необходимости погасить задолженности по разным видам платежей. Место дислокации – крупный торговый центр. Из подручных средств – компьютер. В базе данных волжских судебных приставов – сведения о всех задолженностях и должниках, которые есть в нашем регионе. В поле зрения – алименты, квартплата, кредиты. В предпраздничный день здесь собралось, очень много собирается людей, населения, которые мы готовы как бы разъяснить, помочь, оплатить долги, чтобы они не были должниками. Справку о состоянии своего лицевого счета желающие получают оперативно. Она готова всего за несколько минут. И многие волжане уже успели оценить эту возможность. Я помню, что платил, просто квитанция у меня не сохранилась. Вот решил узнать, действительно это так или нет. Но вот сейчас сказали, что нет никаких задолженностей. «Проверь себя» – это не первая акция службы судебных приставов. Две предыдущие – в отпуск с чистой совестью и «Подготовь ребенка к школе». Заплати алименты – уже принесли свои результаты. Должников стало меньше.